Вот, ребята, смотрите, заправил 75 литров на 10 тысяч тенге. Это мы в Казахстане находимся. Бензин у нас стоит, смотрите, 145 тенге за литр. Газ стоит 55 рублей тенге за литр. Значит, я сейчас заплатил за 75 литров 1900 рублей. Смотрите, это 15 километров от Оренбургской области. И причем самый большой прикол в том, что бензин это российский, и газ тоже. Посмотрите, все россияне тут заправляются своим же бензином. Посмотрите. Сейчас я подойду, спрошу, почем газ на российские рубли. Слушай, а газ почем на российские рубли получается? 10? А бензин 26,50. Спасибо большое. Всего доброго. Ребята, вы слышали? Это просто обалдеть. Это просто беспредел, что с нами творят в России. Всем пока.